Хоть и были дожди этим летом, но для леса это, можно сказать, капля в море. Везде сухо. Однако пока в пригороде Димитровграда на территории Меликесского лесничества удалось избежать лесных пожаров. Были, значит, возгорания сухой травы по периметру лесного фонда, но вовремя выезжали сотрудники пожарно-химической станции, сотрудники государственного казенного учреждения, и все возгорания ликвидированы вовремя, не достигая лесных массивов. Из-за аномальной жары в некоторых регионах сейчас горят торфяники. Как известно, есть торфяное болото и у нас. Опасность в чем заключается? Если торф загорается, некоторое время его не видно, как горит. Это подземное горение. И тяжело его тушить. То есть для этого надо специальный... приспособления. К счастью, уже много лет о возгорании торфа у нас не регистрируется. Обошлось даже в самый сложный, засушливый 10-й год, когда было более сотни лесных пожаров. В связи с особым противопожарным режимом вход в леса категорически запрещен до конца августа. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.